Два амурских тигренка из Караганды отправятся жить в зоопарк Еревана. Краснокнижные малыши – это первое потомство, полученное от амурских тигров в карагандинском питомнике за последние 15 лет. Редких животных в свою коллекцию пытались заполучить сразу несколько иностранных зоопарков. Разрешение на переезд животным выдавали в Министерстве экологии и природных ресурсов. Вера Шеллер, наш корреспондент, встретилась с тигрятами. На обед у амурских тигров сегодня мясо говядины. Через несколько дней Шерхану и Шиве предстоит многочасовое путешествие. Краснокнижных животных уже ждут в ереванском зоопарке. Годовалые брат и сестра. Это первое потомство от амурских тигров, которое удалось вывести в карагандинском питомнике за последние 15 лет. Стоимость одного животного начинается от 2 миллионов тенге полосатых красавцев. Карагандинский зоопарк обменял на других редких животных, которых в местной коллекции нет. Переговоры шли больше полугода. Есть специальные требования, есть институт зоологии, который выдаст заключение, есть определенные правила ветеринарии, то есть такие регионы, куда можно вывозить, а куда нельзя. Документы на тигров уже готовы, СИТЭС имеет силу в течение 3 месяцев, да, они приедут за ними спецмашина, вот, привезут нам на обмен животных, затем они будут уезжать на машине в сопровождении ветеринара. Заполучить амурских красавцев пытались сразу несколько заграничных питомников. Экземпляры очень ценные. В мире их осталось около 1000 особей. В июне у той же пары тигров Батера и Мии на свет появились еще 2 малышки. Маму-тигрицу сейчас кормят за 3. Мясо есть, вот и курочка. Рацион сегодня такой, все свежее. О, забирает. Сами ходят, рычат уже на меня. Ну, я стараюсь к ним не лезть, просто смотрю, что все хорошо было. Они живут нормально. Уже она их купает, моет, облизывает. Ну, еще пока молоко пьют ее. Сами не едят еще. Амурских тигрят уже на обмен просит Кавказский заповедник, но только когда подрастут, как их старшие брат и сестра. Кстати, забрать которых в зоопарке Еревана обещают до конца июля. В обмен на тигров в Караганду прибудут краснокнижные дикие кошки – каракалы. Вера Шиллер, Тулиген Рашитов, телеканал «Атамикен Бизнес».